Он ест наш микрофон. Вы сплетничаете друг с другом? Да, когда по фактам тебя прям пу-пу-пу, это прикольно. Я заходила в туалет, мы ехали очень долго. Там не было выборов. Что естественно, то не безобразно. Потому что он гей. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ашва Яш, и сегодня мы на блогерской тусовке, и здесь собрались самые креативные тиктокеры, блогеры России. России? Привет, как настроение? Привет, у меня все отлично, прям улыбка. Настроение бомбовое. Привет, как тебе сегодняшнее мероприятие? Бади, голос, бади, голос. Он ест наш микрофон. Хорошее, да? Как ты относишься к критике? Критики? Хорошо, когда она конструктивная, когда по фактам тебя прям пу-пу-пу, это прикольно. А что насчет хейта? Как бы хейтеры всегда будут, и хейтеры — это самые главные подписчики, которые абсолютно за тобой везде следят, и у них эмоции, эмоции — это самое важное. Господи, кто здесь у нас? А что бы ты сделала, если бы знала, что тебе осталось жить 3 дня? Я думаю, что я бы взяла от этой жизни все по максимуму. Я бы поговорила, встретилась со всеми людьми, с которыми бы хотела, уладила весь конфликт, призналась в чувствах. Провел бы эти 3 дня с семьей. А что ты такое еще сделать, если сумасшедшая, например? Я бы прыгнул с парашютом, улетел бы на море с семьей отдыхать, вот последние деньги, наверное. Пока покупался бы с акулами. Что бы вы сделали, если бы узнали, что вам осталось жить 1 день? Я бы наелась в Макдональдсе всего, чего только можно. Заказала бы все меню. Так, прикольно, я с тобой. Вы сплетничаете друг с другом о своих коллегах? Нет, о коллегах нет, но я ее лучшая подружка, лучший друг, папа. Мама, что, ну, на самом деле у нее есть подружки лучше, да, но она немного, не так много их рассказывает, как мне, например. В плохом ключе нет. Мы с друзьями сидим, о ком-нибудь заговорили, речь пошла, я говорю, вот этот чувачок прикольный, вот он что-то делает, то все. Но ничего плохого. Сейчас будут быстрые блиц-вопросы. Готов? Да. Точно готов? Ну давай. 100% готов? Вот уже не готов. Самое странное место, где ты ходил в туалет? О, это было на пароходе, прям с парохода. Прям с парохода. Ну, с корабля. Там не было. Ничего себе. Там не было выборов. В лесу, наверное. Мы ехали на машине куда-то отдыхать с родителями. Я заходила в туалет. Мы ехали очень долго. Ну и, конечно же, я встала и за машину, как бы, ну. Это третья. Что, естественно, то не безобразно. Какой твой любимый тренд в ТикТоке? Тренд, который я навсегда запомню. Давай. От которого я сильно стрельнул. Тренд называется «Какой стати?». Там 1 000 000 клипов. И я на 3-м месте в топе стою на этом. С какой стати? Вы меня извините, да? Да, 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 вот, да, это вот, давайте его вместе. Вот это вот. Наверное, вот это. Когда там вот так делают. Вот это вот. Да, да, вот это, вот это. Абу-бандит, да? Давай ну вместе. Да, наверное, не то, что обои, а где... сейчас, сейчас. Simple Dimple Pop, это вот это, вот такая. Simple Dimple Pop, да, ну все. Ну, не знаю, экспертность в маркетинге. Экспертность в маркетинге, ага. То есть не танцы, экспертность. Экспертность, да, полезный контент. У меня тут этот 404 not found, вот. Дава или Моргенштерн? Моргенштерн. Моргенштерн. Морген. А почему не Дава? Потому что он гей. Это мое мнение. Ты что-то имеешь против армян? Я не против армян, я не против геев, я сейчас бред какой-то, короче, скажу, меня в этом захейтят. Бузова или Ивлеева? Ивлеева. Ну, Ивлеева, наверное. Ивлеева 100%, инфа сотка. Егор Крид или Егор Шип? Егор Крид. Наверное, меня импонирует больше Егор Крид, но Егор Шип мой друг, поэтому здесь, знаешь, так, в таком выбирать, наверное, Крид. Егор Крид. Егор Шип, Егор Шип. Любой вопрос. Даже не дал закончить. Даже не дал закончить, конечно, Егор Шип! А чем для тебя пахнет Диор? Егорычем. Ты его нюхал? Я с ним в одной комнате жил 1.5 месяца. Ой. Мы в блогерском хаосе были. Развивайтесь в том же русле, в котором вы развиваетесь. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ну а также писать свои комментарии, кого вы хотите видеть в следующих выпусках Вишня Ньюс. Ты ютубер? В прошлом. В прошлом. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока, народ.